есть хоть. Да, уже запись идет. Здравствуйте. А, ну здравствуйте, люди и баги одновременно. И баги. Потому что были баги, я взяла лягушку, и это было багнуто. Странно. Не, я хотел сказать здравствуйте, с вами... Лавик Негачей. И мистер Фрей, и Гарри Поттер предстоит Гермионе. А я думала, он ее пугает. Ну, даже не знаю. Или шугает. Смотри, она как боится меня. Она почему еще нормально бегать не умеет. Как мы уже неоднократно говорили. Но ее проблемы с бегами сохраняются даже когда. Да, как она плохо бежит назад, смотри. Якобы назад все нормально. Кому нужна Гермиона? Пошла нахрен, да. И отвернулась нафиг от нас, мы ее зашугали. Я вообще плохо помню. Я хотел, вернее, сказать, что я плохо помню, что происходит, и тут я вспомнил, что происходит. По-моему, мы остановились на том, что Рона схватил мерзкопёс и утащил сюда, и там еще была крыса, и мы сейчас якобы под деревом. Тебе это намекнули, во-первых, ветки и отсутствие Рона? Что-то в этом духе. Еще кости тут какие-то валяются, хотя нет, это вроде не кости все-таки. Мне это больше именно кости напоминает. А, или это стул развалившийся, я не знаю. Скорее-то... 10 стульев. Да, или это кости животных, не знаю. В любом случае, я думаю, нам имеет смысл... Странное место нашел Гарри, чтобы поприставать к Гермионе. Нет, это что, это замечательное место. Больше самое то? Да. Смотри, как он ее к углу прижал. Да. Давай, 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 в угол. А Гарри Поттер такой бегает и думает, да че она на меня наговаривает? Сама мною давит ее. Смотри, она как ловко перешагнула через меня, да? Ну ладно, я черт с ней. Наверное, надо продолжать. Так вот. Действительно, по-моему, место для того, чтобы приставать к ней самое то. Ой, черт, слушай, неужели их силы не хватит, чтобы открыть этот сосуд? Их силы хватит, в том-то и дело. А, здесь все двойное. Это все на нас, двоих рассчитано. Понятно, а я уже думал, что вы будете с Роном возвращаться, типа как шандарахнуть, и все будет зашибись. Не-не-не-не, а почему замечательное место, чтобы поприставать к ней? Пиздец, просто ж развратное подземелье. Это же бандесемное королевство. Че, серьезно? Ну смотри, тут кругом факелища, пепелища. Осталось найти цепи, приковать Гермиону. Замки уже есть, только снять их осталось. Причем она сама это сделает своими неведущими руками. Да, здесь кругом, я не понимаю. Ну, слушай, не понимаю, это кости. Ой, посмотри, подойди. И как-то странно Гарри на них реагирует. Да я знаю, он перевозбуждается. Вот там, по-моему, череп лежит. Вот почему я говорю, что это кости. Смотри. Похож более-менее на череп или на что-то такое. Да, но явно не человеческий. Ну, представляешь, если... А, нет. Смотри, теперь он больше похож. И говорю, представляешь... Скорее, если... на череп Ктулху какого-нибудь. Да, если имелся в виду человеческий, но сделан так убого, что ни хрена не напоминает в итоге. С другой стороны, учитывая, как выглядит персонажи в этой игре, думаю, на их черепа это было похоже. Ну, так-то да. Подожди, на нас похоже, вот. Нет. Я на Гарри не могу посмотреть, к сожалению. Да. На Гермиону не смахивает. Да. А еще она себе лицо потрогала. Лучше расскажи, когда тебе что-нибудь другое потрогает. Я уже говорю, как куплинов, я не могу. И я теперь его еще и здесь упоминаю, зашибись. Но просто мне это напомнило то, как я этот самый смотрел, это помнишь, с тобой смотрел. И мол, да, что-то она что-то небось рисует и что-то трет себя в каком-то месте. Что он сказал? Так, у меня еще так глаза так вылупились. Боже мой. Ну, в общем, Виталь, не пали контору, мы таких не смотрим. Ну, почему? Мне Firewatch действительно понравился. Я же прокомментировал его, так что... Ну, Firewatch, да. Хороший летсплей, да. На мой взгляд, у него у Куплинова. Все остальное действительно не понравилось. Да, давай двойными. Да. Мне кажется, двойными они будут поддаваться. А, да, действительно. Вот. Так что лично я... Нет, лично я, конечно же, в первую очередь смотрю Курящего. Правда, он ни хрена не снимает. Вот. В первую очередь ты смотришь одних зарубежных ублюдков. Ну да, я имею в виду, разумеется, нет. Причем очередь... мало популярных таких, которые никто никогда не знает у нас. Ну, Элдрика, да, никто не знает. Элдрика я действительно смотрю в первую очередь. Если все выпустят видео и выпустят Элдрика, я просто Элдрика посмотрю в первую очередь. Это есть такая тема, действительно. Вот.
Я вообще никого не смотрю, можно сказать. Да. Вот, а из наших, конечно же, в первую очередь курящего, это самое... Это просто тыква подгружала, знаешь, наверное, ему тяжело какой-нибудь звук подгрузить, он встает на месте, типа, кто-нибудь что-нибудь сказал. Звук? Да, звук. У меня так в готике было, во второй, в пиратской. Там, короче, стреляешь из лука, а поскольку пиратская готика была очень тупо перепакована, ну, именно уже распакованные файлы странно находились и своеобразно так лежало. Вот. Из-за этого стреляешь из лука или лезешь куда-нибудь под воду, и там какой-то звук грузится, и ждешь, короче, пока он подгрузится, минуты две. Реально, вот так вот встает с луком и стоит. Потом подгрузился, все, следующий выстрел из лука будет хороший, а первый отстой. А нет, это саламандры. Я смогу все заморозить сам, Гермиона. Можешь не беспокоиться. Да, это правда. А так не знаю, я действительно не смотрю, он, конечно, называется Куплинов, но я его называю Куплинов, мне так больше нравится. Серьезно, это просто так больше нравится. Вот, так что будем его называть Куплинов. Так вот, я так его не смотрю, мне не нравится шоу Смит, а вот Firewatch мне очень сильно понравился. Гарри, тебе комментарий дурной сейчас. А Firewatch хороший? Да, в том-то и дело, такие нормальные вещи не закончили. Гораздо лучше. Так, ну, серьезные, я имею в виду. Двойные Риктусы. Двойные? Да. А нет, там они слишком мощные, эти проклятые. Я не знаю, на любителей скорее. Они просто стреляют в меня. Я тебя задумал, а ты уворачиваешься. Я их не вижу, и я вообще не видела, как в меня попало. Так. У них какие-то очень незаметные кости. Это правда. Мне кажется, что они специально... Не покончено. Да. Найдем Рона и выбираемся отсюда. Что ты хотел сказать? Они специально свет погасили, чтобы кости не было. Это мы якобы секрет открыли, между прочим. Да, серьезно? Это был секрет. По-моему, ваш секрет не шибко секретный, ребят. Дорогие разработчики. Может быть, он открылся чисто это самое, чисто после того, как ты убил скелетов. Знаешь, от этого был закрыт, а ты типа убьешь скелетов, так и обрадуешься, побежишь дальше и ничего не заметишь. Ха-ха-ха. Дверь с тобой сейчас еще закроется, знаешь. Закроется? Нет, мне интересно. Нет, зараза. Нет. Вообще, конечно. Хрен тебе, еще возвращаться будем этой же дорогой. Да уж, это. Надеюсь, нет. Учитывая, что. Ух ты ж, опять! Так побежишь за лягушкой! С тобой все в порядке? Ох, я в норме. Только я не понимаю, как отсюда выбраться. Продолжай искать, а я посмотрю, получится ли у меня найти дорогу к тебе. Погоди, с кого же нам теперь играть? А, за Гермиону. Ага, а Гарри там застрял. Полудохлый. Полудохлый, да. Ну, с ним лягушка упала, все нормально. Надеюсь, он догадается. Ага. Кинглэй за Гермиону. В этой части управляешь какими-то зверьками. Не, ну... Ну, зайка мне понравился. Вот именно, так что... Зайка мне понравился, зайка клёвый. Не наговаривай за зайку. А потом вот сам... А, хотя нет, я хотел сказать... Вот дракон нет. Ну, ничего. Это еще скотина застряла здесь и не может пройти. Ты только посмотри на это ничтожество. Мне зато он напоминает... Знаешь, ничего, у меня зато эти самые... прикольные такие ощущения. Я начинаю думать, может быть, это дракон из какого-нибудь Тирфола. В Тирфоле, конечно, не был бы такой трехмерный. А в Муравьинке его просто не было бы вообще. Вот. Так что не знаю. Почему его не было бы в Муравьинке? Ну, он как-то не очень сильно похож на тварь из Муравьинда. Все-таки я вспоминаю скального наездника, и он совсем по-другому выглядел. Я черт кто знает, может, они проработали бы такого дракончика. В Тиггерфоле точно не было бы... трехмерной модели. Не было бы дракона. А, ну в Муравьинке тоже. Потому что во времена Тиггерфола, мы говорим про The Elder Scrolls. Да. Это то, что Skyrim, Муравьинд и прочее. Да? В общем, в Тиггерфоле-то... Что я хотел сказать-то? А, в Тиггерфоле, в принципе, не было драконов. И ходили во времена Тиггерфола еще и холивары по поводу того, есть ли в мире ТС вообще драконы. А, то есть, дракон. Погоди,
Но они об этом вообще, как бы это сказать, а было ли это где-нибудь в книгах там или типа того там? Ну, какие-то очень косвенные упоминания были, ну, знаешь, очень косвенные. Драконы типа встречались в книге, в сказке про короля Эдварда или что-то вроде того. Которые, кстати, были исключены потом из Тесса. Они, эти книги не встречались ни в какой другой части. А это, ну, это сильно означает, что это теперь не соответствует лору. Понимаешь, да? Да, понимаю. Какая-то у нас очень от себя серия получается. Я был прав, когда говорил, что надо сначала записывать Skyrim. О нет! Заперто! О нет! Два ключа! В смысле, два заклинания. Чё, её ещё и заперли? Ну, по всей видимости, Гарри действительно к ней попадёт, мне так кажется. Очень сильно. Ты хоть подлечился? Гарри-то? Ничтожество, да. Ну, ему, смотри, лягуху ещё одну подсунули. О, господи! Надеюсь, с Роном все в порядке. Мне пофиг на эту тупую Гермиону. Надеюсь, с Роном все в порядке. Кстати, да. Странно. А, он опять на этих самых будет ездить. И чё он вообще об этом подумал-то вдруг? Я не понимаю. Да, я думаю, это такое разветвление сюжета. Нет, гиблое место. Надеюсь, с Роном все хорошо. Слушай, погоди, а как нам к воде попасть? А, или надо просто заморозить? Просто заморозить, он перелезет, или... Они просто отъедут. Да, они просто отъедут. Ну ладно, возможно, это имеет какой-то смысл. Типа это тоже. Ой, смотри, как я еду. Да, он был только что какой-то очень странной летучей мышью. Гарри, не смей умирать. Ты знаешь, как... Не, очень прикольно, когда сам, когда он только пригнулся. Мне понравилось, как его этот самый такой плащ, или как это правильно называется-то? Мантия, точно. Мантия. Да. Как, действительно, как колыхалась, как сумасшедшая. Алахамора! Ну что, этот данж мне нравится, реально. Алахамора! А этот сундук сволочь. Алахамора! Во! Что с тобой не так? Сундук. Так. Спонгипой. Круто. Ну, про Спонгипай мы уже не будем говорить, потому что во второй части про Спонгипай мы, по-моему, наговорились там. Да, это правда. Это как Пинки Пай, только Спонгипай там и так далее. Ну, причем, как-то прям совсем удлинили этот путь. Я так понимаю, что и в книге, и в этом фильме, вот именно после того, как залазишь в эту самую, в эту Иву, и там пройти-то, боже, пару-тройку шагов, и ты уже в этих интересных, странных местах, куда, собственно... Да по книге наверняка и данжей-то особо не было, ну и чего-то похожего на них. Ну так-то да. Потому просто... что это было бы странно. Ну да. Ну согласен, что если нужно куда-то вставить данж, то логично его вставить именно сюда. Тут ну, именно в игру, да. Было весело. Не, я имею в виду именно в эту часть игры. О боже мой, Рона пытаю. Надо помочь Рону. Скорее. Что с ним не так? С Роном-то? Я его просто пытаюсь, нормально. Серьезно? Ну да. Рон, я иду спасать тебя и размахиваю палочкой, как идиот. А, опять ой, двойные. Господи, да. Двойные. Ага. Так. Я научен больше. Честно говоря, учитывая с тем учетом, что я даже научен горьким опытом, меня все равно задевают. Да что ты ворчишь? Все они? Да. Гермиону, да. Видите, эта дура, она мне никогда не нравилась. Шучу, на самом деле всегда нравилась. Конечно. Гермиона вообще обладает какой-то удивительной привлекательностью, я уж не знаю, за счет чего у нее это, с ней это происходит. Вот, ну с ней это происходит. Ты про кого? Про ее в этой игре конкретно, или про персонажа, в принципе, или там, не знаю, про... И Гермиону из фильма. Я думаю, что я про всех. Да? Угу. Вообще, я помню, странное было дело, когда это самое, когда мой, так сказать, друг Максим, он всячески говорит, типа, о, господи, Гермиона, круто, там, побольше на нее посмотреть, что-то такое. А его жена, короче, Света говорит, ты какого хрена, это же Лавикова, знаешь? Как ты так, да ты обалдел, ну, я не знаю, зато она такая классная, что-то такое, именно актриса-то.
Он имел тогда вижу. Как ты думаешь, что это такое? Чушь какая-то. Это очень странный данж вообще. Упоротый, мне кажется. Или просто у меня сейчас странное настроение. Надо подумать. Че, упоротый данж? Я имею в виду непонятно, как какой-то спокойный, что-то ходишь, ты пульс. Да, хороший данж. Мне пока что он больше всех нравится. Че, серьезно? Ага. Ну да, ну смотри, какой прикольный. Он настолько спокойный, что мне аж тянет разговаривать, не знаю, о небесных светилах. Светила. Да. А, это мы собираем эту самую, как лестницу, кажется. Да. О, интересно, интересно. Да, я сделаю. Давай, ты это быстрее сделаешь просто. Угу. Так, ну знаешь что, кстати, забавно, что действительно странно. Так, я могу ее обратно? Могу. Да, да, ее надо обратно. Так, ну то есть самое переднее у нас вот это, что вполне логично. Mm-hmm. А, я даже уже знаю, как я... чё? А ну депульснись! Ну даже я более-менее знаю. Да? Да. Рассказывай, какую следующую двигаем? Ну, ту, собственно. А, кстати, да, можно действительно ее. Чёрт! А я хотел сделать по-другому, я хотел сделать более упорто. Ну, здесь все слишком просто. Да, здесь это... К сожалению, это Виталь. Еще, это еще проще. А, нет! 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 Нифига! Депульсо! Нет, нет! Ты ее просто можешь придвинуть. Неа, надо сначала эту двигать. Я не смогу сильно придвинуть, потому что, смотри, там места мало. Она, видишь, как близко продвигается. Вот как близко, видишь? Угу. Она целиком сюда не залезет. Да не, Виталь, ты не можешь это сделать. А чёрт. Я же говорю, нет. Правда. Тут здесь слишком все просто, здесь... не усложняй эту простейшую игру. Ё-моё. Смирись, Виталь. Она с твоим интеллектом не считается. Слушай, хуже того, они, по-моему, показывают, какую нажимать. Как? Чего? Красненьким. В смысле? Ну, в смысле? А теперь туда, дорогие друзья. Здесь было раньше красненькое, а теперь здесь. А-а-а. Ё-моё. Типа, я не знаю, нам подсказывает ум Гермионы, куда именно стрелять. Поэтому мы играем с нее, она такая: Гарри, теперь сюда нажми. Все. Какой нахрен Гарри? Она сама все делает. Не, ну мы там. А Гарри стоит как тупой идиот там. Как она это делает? А видишь, теперь надо сражаться. И говорит: да, Гарри сейчас всех уничтожит. Гермиона, стреляй хаморой! О боже, это типа охрана, что ли? Да, действительно. Действительно... Простота просто убийственна. Но! Нам очень много писали именно по поводу того, как же много эта игра значит для зрителей, собственно, отдельно. Как же много она, это самое... Много ее было в детстве этой игры. Ну да, наверное, она была распространена, что ли. Да, именно эта часть. Сразу всегда жалко, что не могу показать ее в смысле ностальгическом. Потому что я ее в нее никогда раньше не играл. Вот. У меня, знаете, была реально лицензионная версия 4-го Гарри Поттера. Так что у меня первая часть Гарри Поттера и одна из первых игр — это 4-й Гарри Поттер. Да, а третий я где-то в 5-м классе прошла один раз, и все. К сожалению, даже не помню. Я вот всего этого не помню. Ну, они наконец-то собрались за хижины. Это не собака. Это волчара-педофил! Нет, это... Как там... Блэк-педофил. Сириус Блэк не тот, за кого вы его принимаете. А Короста вовсе не крыса. Это волшебник по имени Питер Петтигрю. Что? Смотри. Да, в фильме эта сцена была эпичней. Нет, зато есть как странно он превращается. Я всё объясню. Да он тут вообще странный. Да, и Петтигрю — анимаг. Угу. Твоих родителей Гарри предал не Сириус Блэк. Это сделал Петтигрю. Мне это говорит учитель, поэтому я беспрекословно поверю в это. Ну, здесь все-таки очень сильно сокращенный сюжет, так что приходится. Питер Петтигрю не только выдал Джеймса и Лили Поттеров Волан-де-Морт,
Он также оклеветал Сириуса Блэка, сказав, что тот шпион Волан-де-Морта. Все сошлись на том, что Петтигрю следует забрать в Хогвартс и Рон так с ним идет. Профессора Дамблдора. Нет, я не отдам свою крысу. Пофигу, что это какой-то мерзкий мужик. Профессор Люпин, что случилось? Я сам с этим разберусь. Это бомж орал что-то. Ого! Он выглядит как бомж. Сириус, Петтигрю исчез. Он превратился в крысу. Как он там? По крайней мере, он дышит. Профессор Люпин? Оборотень? Похоже на собаку. Наверное, это он. Вообще, нет такого впечатления. Что за нахрен происходит? Ну, знаешь, мы недавно искали крысу Рона. Да, ну просто... Оставьте его в покое, он ни в чем не виноват. О боже, как много творить. Это единственная сцена, которую я помню с игры, играй. А, да? Да. А что надо делать? Ну просто бей. Думаешь, тебе еще что-то надо сделать? Ну, помнишь, да, вот это. Да, этого хватает, в принципе. Вот тут стреляй. Да, молодец, умничка. Да. Более чем вовремя. Кого я вообще охраняю? Ты охраняешь Люпина. Да? Ага. А, господи, я не заметил. А ты думал, что? Вообще, как эпично, они тут везде, и они соблюдают очередь. И у Гарри Поттера какого-то черта не поехала крыша от присутствия этих несчастных. Не-не-не, ну это, знаешь, типа он как раз научился, типа, все круто. Конечно, толпа удивительная. Да. Неужели изначально имелось в виду, что должна быть именно такая гигантская толпа? Вообще. Кого что-то все играет? Ближе и ближе появляйтесь. На долю секунды Гарри показалось, будто он видит какого-то человека, который пытается ему помочь. Неужто это и вправду его отец? Нет, это невозможно. А с чего он взял это? Гарри, что это его отец? С тобой все в порядке? Что стряслось? С Сириусом все в порядке? Где Рон? Мадам Помфри сказала, что с Роном все будет в порядке. Ему просто нужно немного отдохнуть. К несчастью, Сириус Блэк поживает не настолько хорошо. Он заперт в высокой башне. Скоро его передадут дементорам. Я никак не могу этому помешать. Но он ни в чем не виноват. Думаю, это правда. А теперь... Все решит время. Но... Маховик времени. Маховик времени? Сегодня ночью... Маховик времени. Можно спасти сразу несколько жизней. Я хотела все вам рассказать. Ну, как-нибудь. Маховик времени одолжила мне профессор МакГонагал. Я пользуюсь им весь год, чтобы иметь возможность посещать дополнительные занятия. Все понятно. Мы можем воспользоваться им, чтобы вернуться и спасти Слева. А потом полетим на нем к башне и спасем Сириуса. Только надо быть поосторожнее, чтобы нас не заметили мы сами из прошлого. Он притворяется нормальным. С каждой частью у него это получается все лучше. У Гарри Поттера быть нормальным персонажем, нормальным Гарри Поттером с индивидуальной личностью. Но иногда его сущность глав героя проскальзывает. РПГшного глав героя причем. Когда ему подсовывают мегазаклинание тоже. Где-то здесь. Да. Слишком тихо. Ты уверена, что мы перенеслись в нужное время? Слишком так, тихо? А что? Мы, возможно, вообще не в нужном времени теперь. А, здесь невидимая стена, извините. Я думал, тыквы побить.
Вот что получаешь, когда это сам, когда идешь не в том направлении, в котором надо. Блин. Да, это правда. Я такой, о, нет, я не должен туда ходить. Конечно. Хрень. А, я здесь буду драконом, понятно. Ты тут будешь драконом парить, летать. Все такое. Прекрасно. Теперь давай придумаем, как до него добраться. Или на нем. Надо придумать, как поднять эту платформу. Черт знает, может на нем. Чё? Отлично. Эту плитку можно заколдовать. А еще в этой части нет этого. Куидича. Отлично. Да, да, тоже круто. Четвертый, к сожалению, тоже нет, но там хотя бы дадут полетать на метле. Что ж, в одном из испытаний. Блин, сколько мы записали, а? Около получаса, возможно, чуть меньше все-таки. Просто я вижу эту книгу и... Ладно. На самом деле, нет, Виталь, ты видишь эту книгу, у тебя есть этот великолепный дракон, поэтому мы прощаемся со зрителями. Не? Да. Всем дракон, ребят! Да уж. Бай! Много-много драконов, много хреновых тыкв. Ай-яй-яй-яй. Действительно, эту тварю крайне легко управлять. А ты думал, почему я на нее так сильно жалуюсь и называю ничтожеством? Я как-то крылом все собираю, ё-моё. Да, это правда, я тоже так и делаю. Это самая верная тактика. Иначе ты тут будешь кружить целую вечность, если не будешь собирать крылом. Так, ну, короче, поджигай. Мяу. Не, короче, мяу. Мяу.